Там ямбур, то что? Божественные вообще. Очень вкусно. Сейчас покушаю и буду ехать домой. Видели снова обожорство Насти и Никиты. Даже за периметром. Господи, какой пиздец. Алкашка. Алкоголичка. Несмотря на милое личко. А вы не знаете, что это? Я вон уже которую неделю пью. Потому что мне тяжело. Но я не могу забыть. Для меня это очень болезненно, почему-то оказалось. В этот раз. Боже, очень вкусный суп, если честно. Прям максимально. С ногтями нужно нарастить, я мастера не могу найти. Мастер все время занят. Спасибо. Нет, спасибо. Вот это всегда интересует мой бюджет, ребят. Расслабьтесь. Девушка работать не должна. Людишки всегда сидят, ходят. Так забавно. А кто кем, кстати, работает? Напишите мне, пожалуйста. Кто мне в эфире? Вот, кем вы работаете? Чем вы зарабатываете на жизнь? Можете сказать? Мне очень интересно. Сейчас приду домой, лягу на кроватку. Просто вздохну. Супчик был очень вкусный. Я с утра рагу сегодня кушала. Крановщица, это что, кстати, такое? Ой, солнышко повернулось. Медсестра, маникюром. Ой, круто, можно мне сделать? С Москвы? Ну, а вот так вот видно, правда? Привет, привет, Украине, моей любимой стране. Машинист на мостовке, ничего себе. У меня людишки здесь опасные. На самом деле, вот один оператор, и мне уже хорошо. Да понятно, что у нас платье, что солнце светит. Вот, так что... Как-то так. Думала выпить еще один апероль, но... Когда не особо хочется. Поэтому просто пойду домой. Приветик, может быть, возьму себе чуть-чуть пива и буду дома. А вы чем занимаетесь? Скажите мне. Как у вас дела?
Волосы свои, да, я уже миллион раз им повторял, что у меня свои волосы не нарощенные, не крашеные.